Нарушение федерального законодательства усмотрели сотрудники прокуратуры Советского района в действиях мэрии областного центра. Специалисты надзорного ведомства выяснили, что в темное время суток шоссе Энергетиков, улица Парашютная и переулок Станиславского не освещены. А это может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Судья Ленинского района признал иск и понудил администрацию муниципалитета устранить нарушение. До Нового года у чиновников есть время установить светильники на опорах уличного освещения по трем указанным дорожным объектам. В управлении благоустройства по городу Иваново они составили расчетную смету, включили в проект. По итогам 2018 года денежные средства будут выделены и поставлены на освещение. Будет повторно проведена проверка по итогам, и они обязаны отчитаться в прокуратуру района. Будет проведена контрольная проверка. Данные нарушения будут устранены, если не устранены, соответственно, будут приниматься меры прокурорского реагирования.